Всем привет, с вами Гинка, и я продолжаю играть Dark Souls. Я опустил этого чувака, и он не может забраться. И мы пытаемся... Я пытаюсь продолжать проходить это странное говно. Сучки. Чё, я позвонил в ваш колокол, суканы. Чё теперь вы сделаете? Нихера делают. Это полное... Так, не, я не могу тратить столько... Здесь никто не играет! Почему здесь никто не играет? Почему нету пацанов, которые в коопе могут тебе помочь? Почему? Why? Так, есть еще одна идея, она, правда, более глупая, ну, может быть, а может и нет. Значит, того, что здесь это грёбаная часовня, короче, и пойти другим путем, убивая этих говноедов, двух черепашек на пути сюда и оп, и какого хрена я в тебя не попал? Главное, надо уйти с PvP-арены, а надо бежать по прямой и насквозь. Оп. Теперь здесь меня никто не прижмет, не считая этих. Нормально. Хорошая идея, хороший план. За. Ну...
То есть это разные локации. Окей. Нужна идея. Но надо попробовать зарашить. Плохая была идея. Да ёпс! Он абсолютно... Он же... Чего синий так отсвечивает? Так, надо продолжать. Блин, не, на самом деле, вот эта локация, она очень страшная, очень, как сказать, она атмосферная, да. То есть кому-то реально в ад пришел. Это хорошо, для Dark Souls это нужно. Потому что ощущение ада должно быть, ну, 97%. Геймплея 97% геймплея. Сраная черепашка. Так, значит, в прошлый раз мне удалось пробежаться, и в этот раз получится. Не отчаивайтесь, все будет хорошо. Они умеют ползать по лестницам. Саны пидорасы. Опа, опа. Не успел, не успел, не успел, не успел, не успел. Лайтбрингер. Окей. Они как там залезают. А, то есть там еще колокола. Раз. Да! Нет. Неплохо.
Башня Солнца, но это же моя башня. Я теперь в Ковенанте Солнца, я не умею пвпшиться, но я умею помогать. И ноль. Окей. Плохо это было, очень неплохо. А, это я. Да, дверь. Не. Там сундук. Там как-то с... Опа. Срез сверху. Оп. Конечно. Это полный пиздец. Ах ты ж, мать твою. Ладно, хорошо, хорошо. Я пойду в обход, потому что эта крыша, она меня... Ладно, еще один раз. Последний. Смотри, вот в той стороне. В той стороне еще должен быть подъем наверх. Как мне пройти в ту сторону? Здесь еще должно быть. Это можно... Оп! Да-да-да. У меня уже хилсы, кстати, осталось. Ничего. Практически ничего. Дубль 3. Плохой дубль. Просто ж ужасный. Конечно. Он не умер. Оп. Не придете за мной? Не выскочил! Умри! Блин, вот Дрейка, камень.
Не-не-не, тактическое отступление. Четыре удара вообще впервые вижу. Ладно. Но на босса я все равно, наверное, возьму Human Effigy, ну и человечек-фигурку. Потому что, ну, это типа вообще трэш. Ты стоишь тут, мог бы помочь. Так, ладно, все, надо обратно быть очень сосредоточенным. Славьте солнце. Откуда эта штука появилась, или они ее ломали? Что это было? Титанита, что я открыл? Ясно. Спасибо, бро. Тавгай. Ну вот он клёвый, вот мне он нравится. У него есть харизма, я бы сказал. Все, клево. То есть ты перекатываешь к нему, тогда он проходит через тебя. Круто. Серьезно, он будет продолжать так делать? Да, он будет продолжать так делать. Блин, чувак, ты крут.
Ага. Вау. Шли. Я не увидел эту лестницу. Еще одна лестница. Bonfire! Bonfire! Еее! А! Окей. А, что это? А, это дает убрать огонь. Окей. Сраные лестницы, их нельзя заметить. Не? Санов не будет? Go. Грёбаный дьявола! О, здесь, кстати... Ха, хороший момент. Ура! Ура! Мать твою! Спасибо, пацаны! Спасибо! Спасибо! Как же это, твою мать? Хорошо. Очень хорошо. А, наслаждение. 48 тысяч, кстати. Это хороший босс. Давгай. Очищенный костяной прах. О, еще один, одну флягу просто смогу прокачать. Окей. Что еще? Оп.
тайна. Ничего не откроется. Не. Ну, хрен с ним. Тайна, так тайна. Там. Не тайна, не тайна. Так. Поеду в Маджу. Качну еще пару уровней, наверное. Да, наверное. Да. Нет, сначала вот этого чувака, наверное, надо оплатить ему целых 3 лестницы. Или 2. А, не знаю. Come to see our... What? Well... Да, он у меня появился, как после того, как башня сжег мельницу. Некая такая. Хорошая лестница. Длинная. The only things I sell are miniature. Well, that's fine. А, да. A very... нет, скипать не могу. А, не могу. Well, ну и... Да. You just don't get it, do you? Fine then. Hey, this house is not for sale. The only things I sell are miniatures. I mean, if that tickles your fancy, you can. А что за миниатюру дают? А. Так. Here you are, my friend. Oh, come on. Don't look so glum. А, 2 достижения за 5 минут, отлично. Oh, I should have listened to the warning. Huh? No, I wasn't born here. I've seen some rough times. I think I'll settle down for a while. You wouldn't believe the shenanigans that happen in my... I thought it, at least here in the middle of nowhere. Huh? Don't ask me what... That gaping hole. It's corpses. You know what. Oh, and... No, anybody, I suppose. Probably just some old pagan costume. Mm-hmm. What's it like at the bottom of the hole? Cheers for that. К этому чуваку надо зайти. К следователю. Чё, 3 огня уже, да? I was born in the mirror is also the home of an infamous killer, a knight in name alone. He was locked in the dungeon for multiple murders. And the other day, I saw a fellow, and then, well, I, no, no it's true. I believe his name was Cray something. They shared some resemblance, I think. Блин! Even more, I don't know. But there is something, it seems to fulfill something very precious. Something...
Да нет никакой призрачной стены. Что вы меня... Почему же рейтинг у этого вообще 65? Сволочи все. Ой, ладно, пойду уровень качну, что ли. Босс. The soul and your soul has grown. I only hope it brings you what you wish. Уровень. 12 000, твою мать. А, ловкость, сила. Ловкость. Наверное, веру еще. Да. И я, наверное, пойду в башню. Отправиться. Где она? Вот. Наверное, сюда. Где я... Ну, я хочу отправиться туда, где я встретил чувака, который продает вместо... Ну, за место душ, убитых боссов, оружие. Но я не уверен, что я туда. Ага. Еще я узнал, что какая меня угнет у Дрейка. Да, я пришел. А, нет, и... Блин. Может, последний. Нет. Как невозможно использовать костер. Что за... Что ко мне вторгают, что ли? Что значит... А, твою мать. Уайт. Твою мать! Слышал. Ни хера себе! Тварь! Пошел нахер! С дулами. Да. Как же вы меня все задолбали! Или сюда. Хорошо, что я стоял прямо под ноги ему. Чё ты скажешь? In the end, they swept so very typical. Once people began, they seized anybody they found undesirable. Cursed whoever posed even the slightest threat was removed.
They even turned the great strain into a stone. Значит, это тюрьма идет. Many kingdoms rose and fell on this tract of earth. Mine. Anything that has a beginning also has an end. No, but then from the ashes, it is all, and it is your cursed flesh. Что у тебя есть по предметам? Ну я не маг. Не, не маг. Они все какие-то... 56. Ага. Они какие-то все магические. Что вот это означает, например? Силу отметного удара. Пика колесницы. Неплохой щит, кстати. Ага. Так он, наверное, весит, да, 16 кило. Ну что-то не, я не нахожу, да. Ну и пошел ты нахер. Оп. Так, бегу, 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 бегу. Гребаные лучники. Тот чувак куда-то вообще ушел. Смотрим, что наверху. Бонфайр! Киг. Hello. Может, ослабим солнце? Душа мертвеца. Ой. Лагает все. А, я забыл какой-то ништяк забрать. Ну ладно, хер с ним. Так, нужно просто кувырнуться. Оп. Секающий нож.
Ну, вот эти лизмиры. Он мне пригодится. Интересно, насколько он больно меня бьет. Его больно бьет. Какая задача выполнена? Окей, куда ты ушел? Мне не нужен бот. Так, ладно. Вон здесь что-то есть. Еще один костяной прах. Еще там что-то есть. Блин, кольцо, которое отвечает за упадение предметов, очень хорошо работает. Большая душа солдата. Отлично. Так. Серьезно, ничего нет? Ну ладно. Ну, ключ подземелье. Вот еще подземелье, бля. О, отлично, могу пироманию прокачать. Безумный зомбарь! Скелет. Чё, ты будешь его бить? Молодец. Вот что, на что ты гонит, грёбаный бот? Почему-то я слышу в левом ухе бренчание, можно этаж ниже, правда, но что-то как-то странно это все. И в итоге ни одной секретной стены. Чё, серьезно, что ли? Ну ладно.
Да, бот практически мертв. Душками раз, это хорошо. Предмет тогда засада? Вроде не особо. Ладно. А, лестница. Впереди тогда язык, роскошный вид. Это под землей, да, ага. О, клево, ага, башня, вот, да, да, да. Очень даже красиво. Это такое, типа, ущелье, ну не ущелье, а вот, в гроте, замок. Так, прикоснуться к призыву. Что здесь? О, что-то есть, учиться смотреть жизнь. Ты будешь мне... А, окей. Че, только один? Ладно, пока что. Что у нас здесь? Что? Нет. Что-то как-то он... Странно себя ведет она. А, наверное, вот так. А... Так что последний. Что там? А, здесь трупик. Трупик это хорошо. Гладкий шелковистый камень. Я знаю, куда это отдать. Давай. Ни одного больше, ни одного человека. Что-то кооп не работает. Удачи, но спокойствие. О! Хорошо. Ура! Он... А, он медленно умирает, хорошо. Прям вишка умирает. Дракул. Привет! Какой он быстрый. Оп. Это было легко.
получилось. Не знаю, как, ну, считать, хорошо это или плохо, что появился аудиочат. Но он есть, и с этим надо как бы жить. О, еще четвертая. Четвертый костер, кстати. Третий. Великий костер вроде. Костер грешница. Отлично. Как два пальца. Вот в конце вот костры, кстати, сделаны непонятно. То есть вот такой квадратной коробки и посередине костера, она вообще не впечатляет. Ну да ладно. Ладно. Это было... Ну, я бы не сказал, что очень сложно. Но были проблемы поначалу. Но спасибо, что посмотрели это видео. С вами был Гинк. Всем удачи. Всем пока.